Товарищи собаки, а? Нет, вот пока я ходила по делам, эти маленькие псы, да, грозные, не знаю, кто из них, дотянулись до пакета, разорвали его и поворовали огурцы. Вот, огуречные душеньки-то, а? Мать-то вас совсем не кормит, да? Хоть огурчик добыла, ой, как вкусненько, ой, как вкусненько. А Доня тоже вот прямо сейчас большой успела съесть. Я прямо видела, целый огурец съела. Ну, как большой, ну, небольшой, маленький. Ну, для них-то. Ой, тебе не стыдно, Милуся? Ой, пятнаш утащил огурец. Ну, это что за детеныши такие? Тапки мои потаскали, пока меня не было. Огурцы поворовали. А ты не участвовала, да, в краже века? Да не было тебя там. А этот... А дика Явочка, как ты себя чувствовала, пока меня не было? Что ты тут делала? Ай, ты маленькая такая. А эти сразу же все говорят, что ты ее гладить будешь, нас гладить? Да, Милуся, я и тебя люблю, я вас всех люблю. Я ж тебя уже гладила. А маленькую еще как пришла, не гладила. Ах, вы ревнивые собаки такие. Ну, Милусенька, я ж тебя тоже люблю, да. Ты у меня красавица, и ты, Донечка, красавица. И Вигуся красавица. Я вас всех люблю, всех, и целую вас всех. Ай, малыш забрал огурец, а эти две хотят у него отобрать, а он не дает, держится. Да, малышок? Ты под меня спрятался, типа под защиту. Ой, ну все, всем нужно внимание, всем внимание. Придешь откуда-нибудь, пока всех поперецелуешь. Всех попереобнимаешь, да? Всем внимание уделишь. Так минут 10-15 и пройдет, да? Малыши вы мои, карандаши. Ой, сейчас вам всем огурцов дам, чтобы наелись досыта.